Всем доброе утро, дорогие друзья. Мы начинаем урок Торы, традиционный наш урок Мишлей, притча царя Соломона. Мы изучаем Мишли Лидат Хахмау Мусар Лявин Имрей Бина. Для того, чтобы познать божественную мудрость и мусар, систему управления собой, Лявин Имрей Бина, для того, чтобы понять слова мудрости, мудрости. Вот мы сейчас все это узнаем. Да, всем бодертов, шалом, шалом, Миша. У меня даже брат смотрит старше. Кристина, шалом. Всем шалом, да. Хорошо. Живем мы в удивительное время. Саид Макаев, шалом. Яков Шатадин, бодертов. Живем мы в удивительное время. Каждый раз не устаю удивляться, как я помню же еще совсем, как мне было 17 лет. 20 лет, и я ходил на почту, чтобы позвонить в другой город родителям, заказывал звонок. Да, заказывал звонок. Спасибо, спасибо, кто знает. У меня сегодня, да, Димел Бейяр, это мой день рождения. Когда-то я родился в этот день, тоже был Димел Бейяр. И, значит, я помню, как сейчас. Я приходил, улица Красноармейская, Тиф. Тогда она называлась, да, Красноармейская. И заказывал я звонок в другой город. И сидел, ждал. И телефонистка, она звонила по телефону родителям, говорила: «Здравствуйте, вас вызывает Киев». И я заходил в кабинку в такую, там был телефон такой был, на шнуре телефон был. И я говорил: «Здрасте». И заказывал определенное время. То есть были звонки очень дорогие. И я там заказывал, сколько вы будете разговаривать, там 10 минут, или 15 минут, или 5 минут. То есть это было вот совсем недавно, я как сейчас помню, как это было, прям помню, где почта была, это очередь была. А сейчас мы сидим спокойно, да, стоит телефон такой, экранчик перед глазами, как раньше даже в фантастических фильмах в моей молодости такое не видели. Я видел недавно фильм, который назывался «Гости из будущего». В этом моем детстве как раз был этот фильм. И там, как они видели будущее технологии, вообще не так. То есть мы сейчас живем, даже в фантастических фильмах так не видели будущее, в котором мы живем. А что еще предстоит? Представляете? Все, всем спасибо за поздравления. Все, всем удачи, успехов. И продолжаем изучать. Значит, мы дошли, 13 глава. Мы остановились на 17 отрывке, что посланец, злодей, он сам упадет в том, в своем послании злодейском, да, которое он сделает, как было у нас с Мераглим, разведчики, которых послал Моше Рабейну. И хороший, надежный посланец, он исцеляет. То есть он даже если что-то было не так, он исправляет по ходу, он исправляет и так далее. 18 отрывок. 18 отрывок звучит так. Значит, «Рейш в колон поре мусар». «Рейш» — это бедность, «колон» — это позор. Значит, бедность и позор тому, кто поре. Поре — это отвергающий мусар. Мусар — это увещевание, наставление. Значит, будет бедность и позор тому, кто отвергает мусар, увещевание. «Вэшумер тохахат и хубат». Тот, кто слушает наставления Ехубат, будет ему почет. Значит, первым делом давайте посмотрим, в чем разница между мусар и тохаха. Малбим нам объясняет, что мусар – это когда идет наставление с угрозой наказания, или же настоящее идет наказание, это называется мусар, от слова «лиясер» – «сделать страдание». То есть, например, когда учитель наказывает ученика, это мусар. Когда папа наказывает сына, это мусар. Когда Бог наказывает людей и делает им страдания, да, какое-то люди получают, это мусар. От слова «лиясер» – страдание. Тохаха – это наставление интеллектуальное. То есть мусар рассчитан на то, что человек эмоционально испугается и не будет делать. То есть эмоционально он... Человеком управляют или эмоции, или интеллект. Это вот два
два разных таких вот центра в человеке. Эмоциональный центр – это лимбическая система человека, да, это его эмоции, а интеллектуальный центр – это эмоциональное мышление. Так вот, Тохаха, она рассчитана на интеллектуальный центр, то есть мы сейчас, изучая Мишли, притчи царя Соломона, Тору, мы получаем Тохаха, мы получаем наставление, которое совершенно спокойно, мы сидим, каждый в своей удобной такой обстановке, и мы интеллектуально получаем наставление от Всевышнего через царя Соломона о том, что как правильно делать, что будет, если делать неправильно, что такое добро, что такое зло, как относиться к разным вещам, это все тохаха. Теперь написано здесь так, что тот, кто отвергает мусар, мусар это жесткая форма, в итоге приходит к бедности и позору. То есть бывает, что у человека, когда он действует неправильно, он нарушает какие-то заповеди, он нарушает законы, он нарушает правила поведения между людьми или между человеком и Богом, то Бог он сразу не наказывает, мы это уже учили. Бог вначале шлет ему какие-то, то, что называется исурим. Исурим, слово мусар, исурим это из одного корня. То есть, когда к человеку приходят исурим, страдания, это мусар от Бога, это Бог. Как бы говорит, тук-тук-тук, проснись, остановись, ты идешь не туда. Если человек, он проснулся, он говорит, стоп, что-то не так. Значит, если мне сейчас плохо, значит, я должен, и мы знаем закон Торы, как это написано в Талмуде в Брахот, если к тебе пришли исурим, к тебе пришли страдания, и фашфеш бы мааса, проверь свои дела. То есть человек, который живет по Торе, он понимает, Бог мне сейчас для исцеления, как такая прививка, то есть то страдание, которое я сейчас получаю, это мусар от Бога. И я должен сейчас понять, что Бог от меня хочет, и остановиться, и поменять свой путь. Поэтому для такого человека это становится исцелением, и оно спасает его от больших бедствий. Как мы говорим, четвертый день как раз после Шахарита есть такой псалом, мы говорим «Ашра гевер ашер теецрена ко вими торатхо тиламдену», что «Ашрый человек, счастлив человек, которому Бог теецрена, это он дает ему страдания для того, чтобы обучить своей Торе, и дальше написано, которая спасет в период больших бедствий, когда перед злодеями разверзнется пропасть, то есть когда исчезнут злодеи». Теперь, но тот, кто его отвергает, пуре мусар, есть люди, говорят, да это случайность, да это все вообще, я красавчик, это то, что мне сейчас плохо, это виноват он, виноват она, виноваты они, виновато правительство, виноваты все. В итоге он, продолжая делать те же действия, которые привели его к страданию, он приходит к бедности и позору. Теперь вторая часть отрывка, она говорит, а как надо, как должно быть? Вешумер тохахат и тот, кто сохраняет вот это вот интеллектуальное наставление, он, у него будет почет. Здесь скрыто две как бы еще смысловые нагрузки. Шумер тохахат, то есть мы все изучаем Мишли, я изучаю Мишли каждый день уже много лет, но я не помню многих вещей, то есть многие вещи я их читаю, понимаю, рассказываю, понимаю, а потом не помню. То есть я не сохраняю их, вот эти вот наставления в голове, и поэтому веду очень часто себя не так, как меня учил царь, а веду себя по-другому, как эмоционально, там, по велению сердца и так далее. И попадаю куда? Попадаю в ситуацию исурим, страдания, которые мне помогают остановиться и опять войти в нормальное состояние. Но идеально было бы, как, если бы я помнил все, что я изучаю, помнил бы Мишли, тогда я бы не попадал бы в эти ситуации. То есть тот, кто шумер, тот, кто сохраняет интеллектуальное наставление, ему будет почет. Человек, который, вот представьте, человек рациональный, спокойный, действует всегда только по Торе, только то, что Бог сказал делать, никогда не выходит из себя. Понятное дело, что это он вызывает почет, и Ихупат, он будет в почете, потому что ну, сразу видно, это другой человек, он совершенно в другом состоянии, когда он спокойный, рациональный, на контакте с Богом, все. Понятное дело, что он будет Ихубат, а тот, который отвергает Пуре Мусар, он будет, что ему, Рейш Векалон, бедность и позор. Это 18-й был отрывок. Дальше, 19-й отрывок.
19 отрывок нас заводит прямо глубоко в психологию. Значит, глубоко в психологию. Говорится в 19 отрывке так. Таава не тераф ля нефеш. Значит, таава — это вожделение, животное вожделение, не тераф ля нефеш. Оно будет приятно для животной души. Ветоават ксилим сурмира. И мерзость для ксилим. Ксиль — это грешник по вожделению. Отодвинуться от зла. Значит, здесь нам объясняет царь Соломон то, что в современных терминах звучит так. У человека есть такое описание, Пол Маклин есть такой ученый, психолог, он описал, что у человека есть внутри три мозга. У каждого мозга есть своя функция. Есть мозг инстинктивный, в котором запрограммированы системы выживания. Иммунитет, всякие условные рефлексы, то есть то, что уже автоматические программы, которые позволяют человеку выживать, даже когда он спит, даже когда он не думает, там все запрограммировано. Цель мозга вот этого вот инстинктивного только одна – выживание. Реакция автоматическая на внешние стимулы для того, чтобы человека держать в состоянии жизни. Если у человека второй мозг – лимбическая система, эмоциональный мозг, этот мозг, он есть и у животных, у всех. Его цели две – это получать больше удовольствия, чтобы было приятно, комфортно. Вот я недавно летел на вертолете, смотрю, лежат вот такие коровы, значит, пастбище, они лежат. Вот они поели, они лежат, коровы. То есть у нее нет планов никаких. Она поела, ей хорошо, она лежит. Потом она, если нету еды, она значит, будет кушать. Теперь, если вдруг она увидит что-то страшное, то она будет убегать. То есть эмоциональный мозг, он нужен человеку, чтобы избегать боли, причем очень быстро то, что его пугает, надо от этого убежать. И если есть что-то приятное, вкусное, значит, надо его съесть и лечь. Это эмоциональный мозг. Интересно, я тоже, когда это прочитал, я вспомнил, как змей и Хава обсуждали запрещенный плод дерева познания добра и зла. Какой он вожделенный, приятный для глаз, какой он красивый, наверное, вкусный. То есть они обсуждали его приятность этого плода, потому что он как бы приятен. Почему его не съесть? Это змей. Он не понимал, почему это не съесть. Таава не ете равля нефеш. То есть вожделение, вот это животное вожделение, оно приятно для животной души, для тела. Оно вызывает ощущение удовольствия. Теперь люди делятся, ну, человек, у человека есть еще интеллектуальная часть, рациональная часть, которая живет в мире идей. И дальше в этом мире идей у человека есть долгосрочная перспектива. И когда человек начинает изучать Тору, он понимает, что есть Бог, есть вечная жизнь, есть долгосрочная перспектива, очень долгосрочная. И для того, чтобы попасть в эту долгосрочную перспективу, нужно действовать в рамках рациональных, интеллектуальных каких-то установок, которые дает Тора, которые иногда даже они не рациональные, они специально сделаны иррациональные, то есть они непонятны для логики человека, как непонятно было, почему нельзя есть этот плод дерева познания добра и зла. И они точно запрещают человеку идти на поводу у своего животного вожделения. То есть все, в принципе, запреты Торы, они запрещают некоторые вещи, которые приносят удовольствие. То есть они говорят, это зло, то есть нельзя взять чужое. Да, тебе приятно было бы взять эту вещь, но нельзя. Тебе приятно было бы съесть эту еду, но нельзя. Тебе приятно было бы там с этой женщиной пообниматься, но нельзя. Все, нельзя. Теперь, значит, и ксиль – это грешник по вожделению. Это тот, кто знает, что такое можно, что такое нельзя, что такое добро, что такое зло. И он не может с собой справиться. Он говорит, все, я буду делать то, что сердце велит. То, что хочу, то и буду делать. И он этот ксиль для него, наоборот, становится мерзостью отодвинуться от зла. Мерзость – это обратная сторона от желания. Есть желание, есть мерзость. И он, наоборот, для него отодвинуться от зла, отодвинуться от своего вожделения, для него становится, наоборот, злом и отвратительным. Это здесь, вот в этом отрывке, рассказана сама технология, почему люди грешат. Большинство людей – это ксилим. То есть они не могут справиться со своим, вот этой вот внутренней коровой, я это называю, со своим животным. Для них приятно, комфорт, я хочу, становится то, что берет их в рабство.
И они не могут с этим справиться. Они просто рабы своего вот этой вот внутренней коровы «я хочу». Они не могут интеллектом себя поднять на, там, на пробежку. Они не могут интеллектом себе запретить кушать какую-то еду. То есть он не может просто. До того доходит, что человек не может себе запретить, например, интеллектом курить сигареты. Он понимает, что это для него смерть. Но он говорит, ну мне приятно, я не могу. То есть я раб своего приятно, но я не управляю собой. И главная цель для человека – это перейти из вот этой вот управления коровы внутренней вожделения, перейти вначале в рациональную часть. А когда ты перешел в рациональную часть, понятное дело, что да, человек живет в мире перспектив, в мире идей. Понятно, что идея вечной жизни, она самая перспективная идея, если взять ее математически посчитать, как когда-то сделал, был такой, по-моему, Планк, был такой ученый Планк, и он математически доказал, что человеку, который уже управляет собой, намного выгоднее быть религиозным, чем быть нерелигиозным, потому что религия тебя лишает небольшого количества каких-то животных удовольствий, но если взять математически в перспективе, она тебе дает совершенно другого уровня жизни, ну, намного лучше. И последний 20-й отрывок, он подводит итог предыдущих двух. И нам говорит царь Соломон такую интересную вещь. Он говорит нам «Олех эт хахамим ве хахам». То есть тот, кто идет с мудрецами, тот будет мудрецом. Веруэк селим, тот, кто пасет, роэ это как два есть тут корня, роэ это от слова близкий, дружит, реэ, вэавтали реэ, камоха, то есть или это близкий с кселим, или это роэ, это как пастух этих кселим, то есть он даже их может возглавлять, ероэ это сокрушен будет, так переводят. Значит, здесь нам царь Соломон дает интересную такую вещь. По-простому эта вещь звучит, известная народная мудрость, с кем поведешься, от того и наберешься. То есть, если ты общаешься с мудрецами, то ты будешь, естественно, мудреть. Если ты общаешься с грешниками по вожделению, которые говорят только о своих таавот, вожделениях, и высмеивают мудрецов, высмеивают мудрость, высмеивают... такие они скептики, друг друга высмеивают, если у них страшные вещи. Если посмотреть, что сегодня идет по телевизору, например, есть такая передача «Прожарка» называется. Берут какого-то одного персонажа известного, известных людей они берут, и собираются менее известные персонажи, которые только претендуют на то, чтобы стать известными, и они его позорят, этого главного персонажа. Они его позорят прям прилюдно, унижают, позорят, как бы его обидеть сильнее. Потом встает этот главный персонаж и начинает позорить их. Называется прожарка. Это как раз удовольствие кселим. Страшная вещь. Это просто страшно, идет против Торы полностью. И получается, что тот, кто идет с мудрецами, он станет мудрецом. Но здесь есть в каждом слове скрыта особая дополнительная мудрость. Идет с мудрецами, ему тяжело идти с мудрецами. То есть мы учили в Пиркей Авот, что пусть будет твой дом домом собрания для мудрецов. В авы митабек бафар раглеем. То есть пылись в прахе их ног, понимая, что они мудрецы, а ты пока не мудрец. В авы шутебе цамая дивреем. И пей с жадностью их слова. То есть отношение к мудрецам это ты находишься внизу, и ты к ним тянешься, и тебе нужно работать, постигать эту мудрость. Все, это сложно. Теперь дружить с вот этими кселим, дружить или даже возглавлять их, это легко. Это так легко, ты сидишь, смотришь, ага, смешно, смешно, смешно. Но, говорит нам царь Соломон, закон. Тот, кто с ними общается, сокрушен будет. Причем вот эта вот болезнь, когда ты общаешься с людьми, кселим, вот эти вот грешники по вожделению, она очень прилипчивая. Есть, интересно тоже, это мы в Пиркей Авот учили, что... Значит, архек мишахен ра ве аль титхабер ли раша, ве аль титяеш минапуранут. Значит, отдались от плохого соседа, сейчас, архек мишахен ра ве аль титхабер ли раша, отдались от плохого соседа и не присоединяйся к злодею, и не придется тебе отчаиваться от пуранута, от расплаты. Как раз это объяснение того, что мы сейчас учим здесь в 20-м отрывке. Задается вопрос, почему нужно убегать от плохого соседа, и то не нужно убегать от злодея, а к злодею нужно только не присоединяться. Но от плохого соседа надо убегать. Потому что
Злодей – это явное зло. И, понятное дело, присоединиться к маньяку, ну, нормальному человеку не придет в голову идти вместе с ним убивать. Но посмотреть Comedy Club – это нормально. Это как бы, ну, смешно, ну и так далее. Но именно Тора нам говорит наоборот. От неявного зла надо убегать, потому что оно очень прилипчивое. То есть неявное зло, оно в тебя входит как вирус, как вот это вот коронавирус, который просто к тебе прилипает, потом бах и убивает. А явное зло, то есть у человека есть к нему, у нормального человека есть к нему какой-то иммунитет, типа я к нему не присоединюсь. То есть Тора нам говорит не присоединяться, потому что злодей потом тебя все равно сам же уничтожит. Но есть конкретное обещание, что тот, кто будет с мудрецами, будет мудреть, тот, кто общается с грешниками по вожделению, будет сокрушен. Все, вот это нам царь Соломон объяснил, как это работает. Первое, это нужно, вот то, что сейчас было, это тохаха, это нам интеллектуально Бог через Тору, через царя Соломона, через Малбима и через мой перевод объяснил великие мудрые вещи, которые могут, если их сохранить, они, Ехубат, этот человек будет, они это как почет, который поднимет человека. Теперь, если это услышать, но не запомнить и не, для себя не принять, тогда дай Бог, чтобы все было у нас у всех хорошо, но как бы жизнь, она так работает, что жизнь, она работает вот так. Понятно, да? Поэтому в любом случае все будет хорошо. Даже счастлив человек, которому Бог дает страдания, чтобы его привести к Торе своей, которая спасет период больших бедствий. То есть, если не помогает тохаха, приходит мусар. Если не помогает мусар, страдания, значит, приходит смерть, которая очищает. В любом случае, все будут в раю с Божьей помощью, и будет все хорошо. Все, удачи, успехов. Тора спасает. Все, счастливо. Всем удачи, успехов, хорошего дня. Значит, у меня сегодня говорят, что день рождения есть сила благословлять. Всем даю благословение, чтобы мы все были более религиозными, святыми, добрыми, здоровыми и мощными и сильными. Потому что у меня идея такая, что те люди, которые служат Богу, они должны быть самыми сильными. Они должны быть именно символами успеха. Не вот эти вот клоуны, которые на сегодня являются символами успеха. А должны быть хорошие, добрые, честные, праведные люди, должны быть именно символами успеха, и все должны поэтому дети стремиться быть не комиками и хоккеистами, а учителями, врачами и хорошими, и мудрецами. Все, удачи, успехов!